золото летней столицы – это праздник ювелирного искусства. На этот раз приехало более 130 ведущих производителей. Впервые представлены ювелирные изделия из Крыма. Это предприятия Севастополя, Евпатории и Джанкоя. Фирма «Источник Экспо» она растет, укрупняется, и вам с нами просто со всеми легко работать. И мы вас поздравляем и желаем вам отличной работы. Спасибо всем, кто поддержал наше мероприятие. Прежде всего, тех экспонентов, которые представили эту прекрасную продукцию и превратили выставку не только в мероприятие для шопинга, но я считаю, что многие, кто посетят это мероприятие, получат поистине эстетическое удовольствие. Чем выставка отличается от магазина? Здесь, конечно же, огромный выбор изделий из золота и драгоценных металлов. Причем на любой вкус по ценам производителя. Бриллианты, драгоценные камни, эксклюзивные дизайнерские украшения, бижутерии, изделия из серебра, посуда, сувениры в ювелирном исполнении. Все это оценивают специалисты высокого уровня. У нас конкурс ювелирного мастерства. Вот уже какой год, 9-й год мы проводим. Вы знаете, такие прекрасные вещи. Я потом их в своем блоге публикую. Вообще гордость за нашу российскую отечественную ювелирную промышленность и за тех мастеров, которые производят такие вещи красивые. В рамках деловой программы также состоятся мастер-классы и семинары для специалистов ювелирного бизнеса. А для посетителей выставки ежедневно проводится розыгрыш призов по входным билетам и традиционно действует счастливый час. С 10 до 11 часов вход бесплатный. Выставка «Золото летней столицы» будет работать до 10 августа с 10 до 20 часов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.